Всем привет, меня зовут Оксана Ткач, я бьюти-редактор Cosmopolitan. Я Диана Кулькова, официальный визажист Oriflame Украина. И сегодня мы покажем вам, как сделать трендовый цветной макияж в винных оттенках. И к тому же, это было заданием в битве визажистов на первом этапе. Мне кажется, так сложно с цветным макияжем, тебе вроде бы всегда хочется это попробовать, но ты все равно выбираешь какие-то базовые нюдовые оттенки для того, чтобы это было безопасным выбором. Ну вот сегодня мы и разберемся с этой темой получше. Летом наша кожа требует глубокого увлажнения, и поэтому сегодня мы будем использовать для этой цели основу эликсира Giordani Gold. В основе этого эликсира гиалуроновая кислота, которая хорошо подготовит кожу для нанесения тонального средства. Я прям чувствую, как моя кожа с благодарностью принимает эту гиалуроновую кислоту сейчас. И еще в этой основе есть голограммные светоотражающие частички, которые подсвечивают кожу. Для цветного макияжа лучше использовать более плотный тон, который создает HD-покрытие. И сегодня я возьму Everlasting Sync из линейки The One. Наношу я его скошенной кистью Giordani Gold, а потом растушевываю влажным спонжем. Теперь нанесем жидкий хайлайтер The One Illu Skin. Он прекрасно подходит для любого вечернего макияжа. Этот тон можно не фиксировать пудрой, но если вы обладательница комбинированной или жирной кожи, то рекомендую все-таки слегка припудрить, и можно для этого использовать вот такую пудру в шариках Giordani Gold, она максимально легкая и невесомая. Сейчас мы сделаем легкую светотеневую коррекцию палеткой для контуринга The One. Здесь идет бронзер, румяна и хайлайтер. Так как у нас будет достаточно яркий макияж, мы можем сделать более интенсивные и выразительные брови. Для этого нам понадобятся и темные, и светлые тени из палетки 3 в 1. И теперь мы переходим к макияжу глаз. Для стойкости обязательно используем праймер для теней. Кстати, в обычной жизни я очень редко пользуюсь какими-то средствами, такими как тени или лайнер. Для меня это что-то такое очень сложное. Ну тогда сейчас я тебя окончательно удивлю, потому что мы будем наносить карандаш для губ на глаза. Красный? Да, именно он. Давай попробуем. Такое со мной точно впервые. Красным карандашом мы простраиваем форму нашего будущего макияжа. Карандаш добавит насыщенности всем последующим оттенкам и добавит стойкости. И теперь прокрашиваем форму по нижнему веку. Теперь наносим винные тени в рефиле пушистым бочонком. Я сразу же обратила внимание на этот оттенок. Очень рада, что ты его выбрала для этого макияжа. Да, но он очень коварный, он может осыпаться, поэтому им нужно работать притаптывающими, вбивающими движениями, а только потом растушевывать складку века. Теперь я хочу создать акцентный блик на подвижном веке сухим хайлайтером. Также его наносим на внутренний уголочек глаза. Я хочу углубить внешний уголочек глаза черным каялом. Так макияж получится более выразительный и вечерний.
таким ярким глазам идеально подойдет ультрачерная тушь 5 в 1 из линейки The One. Мы подобрали вот такой мега актуальный оттенок из новой летней коллекции помад The One и лайнер для губ. Эта помада такой шоколадный аромат, или мне кажется? Не кажется, действительно очень приятно пахнет. Итак, мы закончили наш color makeup. Какие у тебя впечатления от него? Это однозначно мой самый смелый макияж, но все эти супер трендовые оттенки в нем присутствуют. Я очень рада, что я попробовала и с твоей помощью делать. Я очень надеюсь, что скоро я смогу пойти на какой-нибудь ивент или на вечеринку с таким макияжем. Это будет просто шикарно.